Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. За истекшие сутки было выполнено 251 исследование, 17 исследований было положительное. Два случая это вновь выявлены, и 15 случаев это в очагах, которые ранее были уже отработаны. Первый случай вновь выявлен, это Симферополь, один случай зарегистрирован, он работник фирмы, которая работает в аэропорту Симферополя. До Санкт-Петербурга, который Санкт-Петербурга, да, он проживал в гостинице, один, контактный установленный, работал он, скажем, один на компьютере, обеспечивал там безопасность, контактный установленный, больной госпитализирован в 7-ю городскую больницу, очаг отрабатывается. И из Тольятти 27 апреля вернулся, да? И второй, да, случай из Тольятти, это житель Керчи, он работал вахтовым методом в городе Тольятти. По окончанию смены, вся смена была обследована, он был отрицательный, вернулся домой, но по результатам проведенных исследований 4 человека в этой смене, где он находился, было положительное. У него симптоматика появилась в начале мая, был госпитализирован в инфекционное отделение, и при отборе материала был установлен положительный случай заболевания. Контактных 5 человек. Отрабатываются очаг по этому заболеванию. Но он уже когда шел, у него были признаки, то есть к нему относились, понятно, как к потенциальному, потенциальному вирусоносителю. Да, и 15 человек у нас контактных, контактные, которые были в очагах. Это 10 случаев, Лушинская городская больница, 2, как вы сказали, уже 2 медработника и 8 пациентов. Они будут переведены в 7-ю городскую больницу, ковидный госпиталь. Сегодня порядка 12 исследований также находятся в работе по этой по этому обсерватору. Но мы смотрим за развитием ситуации, то есть как бы окончательного еще результата нет, поэтому будем посмотрим, что по истекшим суткам, по сегодняшним будет. Да, и по данному обсерватору будет принято решение завтра по результатам лабораторных исследований. Ну, в зависимости от того, какое количество будет инфицированных. Да. Если не будет, значит, останется работать так, пациентов маршрутизацию, то есть отработали, развозим соответственно. Если будут дополнительные, конечно, заражения, тогда будет стоять вопрос о закрытии всей больницы на обсерватор.